Мастер 1310 года был итальянским художником, работавшим в Пистое в конце XIII – начале XIV веков. Его имя происходит от алтаря, изображающего Мадонну с младенцем, ангелами и коменданта Филиппо Пачи, который сегодня хранится в Большом дворце в Авиньоне и датирован 1310 годом. На этой картине изображены Мадонна в величии с ангелами и жертвователями Филиппо Пачи и его женой. Стилистически эта картина демонстрирует сильное влияние французской готики. Художнику также приписывают серию фресок в церкви Сан-Джованни Фауричеватас в Пистое, датированных 1307 годом, изображающие историю страстей в довольно экспрессионистских терминах. Другой запрестольный образ – Мадонна с младенцем и святыми на главном алтаре церкви Марии Магдалины в монастыре Хумилиати в Пистое, который сегодня находится в городском музее, приписывают его позднему периоду.